инициативные химчане презентовали 5 проектов по улучшению городского округа на форуме «День соседей». Местные жители, депутаты, общественники, представители профильных служб и администрации Химок выбирали самые нужные и полезные инициативы для реализации. Среди них кейсы в социальной, образовательной сферах, содействие в трудоустройстве и профориентации и многое другое. Проект «Выбери профессию» в основном, конечно, касается нашей молодежи, нашего подрастающего поколения. Мы понимаем, что это школьники, студенты и так далее. Но в нем есть маленькая ниточка. Ниточка для тех, кто ищет себя даже во взрослой жизни. И все предприятия городского округа Химки готовы принять, переквалифицировать к себе и трудоустроить в первую очередь, конечно же, химчан. У проекта Галины Болотовой «Выбери свою профессию» амбициозные задачи. Он призван закрыть главные запросы всех работодателей и соискателей. Одним постоянно не хватает опытных кадров, а вторые не могут без опыта устроиться на работу. Решить всем знакомую дилемму можно с помощью специального кейса, разработанного депутатом. В дорожной карте ярмарки вакансий, воркшопы, выставки, семинары, дни открытых дверей. По плану автора идеи, проект способен помочь химчанам найти работу и обеспечить предприятие округа квалифицированными кадрами. Мы презентуем социально значимые проекты конкретного микрорайона, которые волнуют жителей. И если вспомнить проект, который был запущен главой городского округа Химки при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, и мы помним их наказ «Житель всегда прав», это относится как раз к тесному взаимодействию жителей депутатского корпуса и всех служб городского округа Химки. Пожелания и просьбы жителей – главное в формировании концепции развития региона и муниципалитета. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Такое взаимодействие жителей, депутатов и власти позволяет более оперативно и комплексно решать любые вопросы, возникающие у жителей. Хочу выразить огромную благодарность нашему депутату, администрации, так как они нам очень помогли. У нас очень давно не было комплексного оснащения дворовой территории. У нас очень сделали все супер. Жильцы очень довольны, и мы очень благодарны. Депутаты представили и другие идеи по улучшению Химок. Александр Васильев рассказал о модернизации троллейбусного депо в электробусный парк. Юлия Ишкова презентовала антитеррористическую систему безопасности в школе, а Владимир Суслов представил проект «Камеры в каждый двор». Но не проектами едиными. Также на форуме выступили юные химкинские артисты, а самые активные жители округа получили грамоты. Такой командный подход к делу полностью подтверждает уже знакомый слоган форумов: «Вместе мы соседи».